А, ну все, уже не играют никакие лица. По 6 из 6 трое. Но я как-то неожиданно иду здорово. Так, Вазив Дурарбейли. Это значит, нас ждет очередной Грюнфельд. Нет. Аккуратно. Каталон нас ждет. Конь d7. Что за ход? Почему, не знаю. Конь fd2, конь b6. Ну а если я вообще a4 пойду? Так, так. Тут-то у меня точно шикарная компенсация. Так, и на d4 могу взять, и на c4. Давайте, съел на c4, напал на d4. Может еще слон f4 пойти? Или a5? Слон f4, конь d5. Ладно, съел просто. Съел слоника. Ой, не слоника, съел пешечку. Конь b6. Так, конь b3, слон бьет f2, да? Красиво. То есть я съел на b6. Напал на ладью. Слоником, да? Ну, конь b3. Слон f2, король f2. Все под контролем. Так, так, так. Пространство захватим. Слон a7. Слон f4, e5. Ферзь d3 тоже мне не нравится. Так, слон f4, e5, слон g5, h6. Ну давайте, да, слон f4. Вызвали e5. И сейчас конька на e4. Ну, как бы нападу. Почему ж не напасть? Нападу на ферзя. А на gf ферзь h6. Нападу на пешечку. Так. Итак, есть лишняя пешка.
Нападу на ферзя. Напал на пешку, сожрал ее. И эту сожрал. Так, конь висит. Так, и слона вернуть на d3. И слона вернуть на d3. Пал, защитил, сбежал, напал. Напал. Ой, лишний слон. Ой, моток! Ура! Обыграли шахматиста из сборной Азербайджана. Ну, может быть, сейчас не входит, но когда-то входил. Да, Анатолий, обыграли Сергея Жигалку, обыграли Вазифа Дурарбейли. Так хорошо я давненько не стоял. То есть из 7 5,5. Идем на рекорд. О, 24 место занимаю. Спасибо, Алексей. Это еще я в одни ворота Дениске Махневу пропер, которого догнал. После 8-го перерыв, да, мне надо будет чуть-чуть прогуляться. Ну, что-то у меня немножко сердчишко колотится. Спасибо, Владимир, мне тоже приятно, что за меня болеют. Да, моток неплохой получился. Ну, надо сказать, что в какой-то момент я совсем тоже поплыл в этой партии и чудом не выпустил выигрыш. Чай, да, чай. На 26-м, на 27-м месте иду. Все, партии
А нет, еще две партии. Две партии играются. Ну и пусть играются. Хоть скриншот делай. Я так здорово, по-моему, вообще ни разу не стоял. 27 место, ничего себе. Наравне с Артуром Габриеляном и выше, чем Павел Панкратов и Дмитрий Андрейкин.